Добрый день, мы с Украины, ребятки. Номера папа, все документы со мной. Сегодня очень хорошая новость. Я сейчас еду в Черкассы регистрировать уже полностью свою новую машину, получать номера. По новым правилам сейчас ставят только на первую регистрацию в связи с военным положением, в связи с войной в стране. Так что нам надо было ждать 4 дня. После этого нам звонят, и я приезжаю сразу. Сегодня буду регистрировать полностью, уже получать номера. Так что сейчас мы едем с Виталика. Виталик должен подъехать. И мы едем получать номера. Там сейчас еще цифровые номера дадут. Классно будет. Где там подъехал? Я ж тебя ждал на другой машине. Не теряй документы. Да, это документы. Я ж тебя ждал на другой. Я думал, ты поедешь на этом, на джипе своем. Не? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас и не увидел. Машина выходного дня. Я не ожидал. Думаю, кто мне машет? Ты на Юриной, да? Да. Ты слышал это, что этого Лёшу Джунковского застрелили в спортзале? Андрея, друзья, друг с Киева, тренер по боксу детей. Детский тренер по боксу. Прямо в спортзале русские зашли 4 часа назад в Арпине. Мы убили на глазах детей. Так что приношу соболезнования, ребята, и вообще Лёше, семье его, царство небесное, конечно, блин. За это они ответят 100%. Ты прикинь, блин, он международник, тренер международник был. Прям зашли в спортзал, тупо, короче, блин, застрелили его. Андрюха мне только что звонит, Джек говорит, моего друга, говорит, убили, короче, пипец. Ну, да вообще. Ну да, это ж наша компания, Андрей, с Киева. И это его друг, и он с ними занимался постоянно. Только что застрелили, говорит, и в новостях уже всех пишут. Ну, кошмар. Ну так вот, что делают русские. Да, их-то выгнали, но делали зачистку. То есть они уже, русские, начали убегать. Наши делают зачистку, потому что, говорят, остались эти мародеры, еще какие-то там вот эти вот, ну, недоубежавшие. Ну и он тренировал в спортзале детей, и, короче, они сюда сразу зашли и застрелили его. Ужас. Так, паспорт. Паспорт взял, все, да, документы паспорт. Взял, документы. А паспорт у меня не всегда. А, ну хорошо тогда. А, сейчас на блокпостах, да, если будут проверять. Мне звонит только что это МРЭО, типа, сервисный центр звонит. Можете, говорит, приезжать, забирать. Я говорю, мне машина моя обязательно нужна. Вы эксперта прошли, да, говорю, прошел, значит, не надо. Ну все, зашибись. Все, говорю, класс. Зашибись. А вы тоже в эпицентр, да, хотите? Да, я хочу. Мамку высадим, мамка часик погуляет, а мы поедем. А, ну, ой, да, там очень много всего. Мы же были с Виталией, смотрели уже. Линолеум мы еще хотите там. Линолеум, да? Да, да. Ребята! У Виталии мои номера. И техпаспорт. К сожалению, номера нельзя именные. Военное положение сказали, именные номера нельзя, ребята. Так что номера папа сейчас не будут на моей машине. Машину я еще вам не сказал, какая, но могу показать. Вот эту штучку красивую. Вот твоя машина. Не, это не моя. Ничего. Это Юрина. Ребята, показываю вам только ключик от этого автомобиля. Надеюсь, кто-то уже догадался. Номера. Ребята, да, 5723. Ну, такое легко запоминается. Да. Номера не предлагали, сейчас сажусь. В общем, так что у меня уже все, есть номерки. Слава богу, блин. Ура, это большая победа. Закрыл? Закрыл. Угу. Техпаспорт все, дашь? Да, теплый. Теплый? Конечно. Блин, и ключик. Вы посмотрите, ребят, какой ключик. Интересно, догадались, какая модель машины или нет? Какой красивый ключ. Да, прикольный. Да? Прикольный ключ? А ну да, хоть прошу. Ё-моё. Ну, там буковки не показывают. Вот. Лобковые универсал. Да. Вот он. Вот эта машина. Колеса разноширокие. Так что все, техпаспорт уже есть, да. Вот мой техпаспорт. Оп. А ты вон мама ты. Мы пока были
кобылі умре, от мама Віталіка вибирала. О, і ви вже прийшли. Оце я скільки, ви вже так швидко. О, молодці. Ну що, а ні, це не це, я дивився, я щось покажу. Я знав все, дивився, він є в нас, але він без акції. Його не вистачає. Там, ну, на, одну кім... да, на одну кімнату вистачає, на дві не вистачає. Я уже не помню, какой у меня, ребят, я тоже покупал. Ну, вообще лучше, конечно, ламинат. А, у меня, по-моему, что-то вот на такой вот похож. Точно. Что-то типа такого плана. Пусто в магазине, в эпицентре очень мало людей. Конечно, лучше ламинат. Но я так делал тогда для бабушки, чтобы не было скользко. Что линолеум я брал жесткий такой, очень жесткий. Ты слышишь, когда... Блин, тревога, блин. Все, ребят, сработала эвакуация, надо всем выходить с магазина, нельзя покупать. Это что, это тоже ложить где-то надо, да? Я ж не смогу, наверное, купить. Да. Пипец. А пошли сюда тогда, ё-моё. Всем надо выходить, ребят. Не успели мы ничего выбрать. Людей очень много, вообще пипец. Вся движуха. Идем? Да. Машины едут. Ничего не купили, блин, да? Ты представляешь, и все из-за тревоги, потому что люди все идут, сработало этот... Что сработало? Сигнал. А на какой я машине, блин? Так вот же машина стоит. Ребят, все выходят. Движ идет, толпа идет. А вы, наверное, наперед можете садиться? Не, что вы идете? Блин, ну реально жесть. Ребят, все выходят, выходят, выходят и выходят. Сработала эвакуация, срочно надо выходить. Все бросили, уже все выбрали, да, только покупать и на. И вы еще говорите, все, вот этот вот линолеум уже давайте. Ё-моё, вообще. Людей. Не будем ждать? Не, не будем ждать. Это ж может и часа два быть, Виталий? Конечно, поехали. А может и быстро, как мы в прошлый раз? Ну да, 15 минут. Все выходят, выходят, выходят. Ах. Стал тот момент, который вы все долго ждали. Я вам хотел все-таки показать машину, которую купил. К сожалению, плохо, что нету сегодня Леры со мной, да? Потому что мы всегда каждую новую машину встречаем вместе. Я знаю, что вы очень долго хотели посмотреть и не знали, какую машину я взял. В принципе, вам было всегда интересно, что же за машина, гелик, не гелик, BMW, какая это машина, какую мы машину выбрали с Виталиком в Америке, потому что мы ее гнали с Америки. В общем, я думаю, сейчас меня очень хорошо слышно, сейчас я вам ее покажу. Окей, ну что, разворачиваю камеру и хочу, чтобы вы порадовались вместе со мной. Мы только подцепили с Виталием номера, только-только я уже не выдербил. Ну ладно, ребят. В общем, вот эта малышка. Я надеюсь, вам всем видно ее. Вот такая вот в беленьком цвете. Сейчас я поверну. Надеюсь, меня будет очень хорошо слышно. Мы сейчас приехали с Виталием на стадион. Сейчас позанимаемся немножечко. В общем, ребят, вот такая вот машина. Это модель BMW X6. Вот номера только подцепили. Это машина в М-пакете полностью, F16 кузов 2016 года. Вся полностью тонированная, чтобы вы понимали. Вот такой X6, ребят. Мечта одна сбылась. Конечно, не вовремя как раз, потому что война, вы сами понимаете. Но, к сожалению, машина только пришла. Ну, как даже не к сожалению, а большой радости, просто то, что у нас сейчас война, сложно все так. Видите, М-пакет, черные хромированные ноздри. Состояние просто бомбезное, состояние новой. Ну, машина просто класс. Я вам сейчас покажу полностью салон. Как тебе вообще? Тебе понравилось? Ого. Очень сильно, да? Классно. Сейчас, ребят, я вам покажу, правда, машина не мытая еще полностью, она как пришла, я ее даже не мыл, ребят, вот такой вот салон, полностью кожаный,
кожаный руль здесь эмочный стоит. Это самая топовая комплектация. Кожаная торпеда, чтобы вы понимали. Большой экран на красной коже сделан. Ну, не знаю, еще машина не мыта, не убрана. Но, тем не менее, она еще чистая. Как по мне, она такая чистоватая. Вот, хорошие сиденья. Ну, здесь сколько этих регулировок, ребят. Сиденье полностью ломается, гнутся. Ну, не знаю, как вам еще сказать. Показать. А? Орех. Орех, да? Орех? Да. А, ну да, да. Да. Шлаки, орех темный. Шлаки, ну, Виталя, больше просто разбирать. Я-то... Ну, надо выбирать. Надо еще мыть, убирать. Здесь очень много всего. Виталина куртка. Вот такой вот, ребята, кожаный салончик. Красненький-красненький. Я поубираю, я помою. Я просто уже не выдержал. Хотел вам показать, насколько эта машина, как она выглядит. Кожаный потолок, ой, кожаный, а черный потолок, а, ну, это не алькантара, да, это просто черный потолок с люком. Сейчас я вам покажу, отсюда, наверное, видно люк, да. Ну так, состояние, конечно, крутое. Офигенное, да, спойлер вот этот, блин, еще вообще в тему. Вообще крутецкий, блин. Дотяжки. А, да, дотяжки, ребят. Еще, кстати, дотяжечка. Вот чуть-чуть раз, и дверь сама, оп, и закрывается. Все, полностью закрываю. Ребят, сейчас покажу вам одну классную фишку. То есть, здесь багажник не надо открывать. Там, здесь просто ногой вот так вот берете, и он сам автоматически открывается. Берете пакеты, выходите с магазина, с АТБ, с любого, какой у вас там крупный, идете, подходите, главное быстро ногой так раз, вот я ударил, ну открылось. Да, да, быстро надо. И так и закрывается. Положил пакеты, назад, хоп. Прикинь. Зашибись. Все, разобрались. Оно закрывается, открывается, просто надо быстро ногой. Ну что, прокатаемся? Прокатаемся. Ты садись, а я садись. Да нет, ты. Да? Давай. Ну, блин. Поделись впечатлениями. Ну, дверки сами. Да. Опа! Ребята, вот такой вот ключ. Ну, руки могут быть грязные, потому что мы только что крутили. Вот такой вот ключ какой-то фантастический. Ну, прикольный. Так, ну что, зафигариваем? Подожди, кнопочка. Ух, сразу такое, да, панель? Да, да, да. Ё-моё. Красиво. Угу. Кстати, навигация работает, можно просто по этому монитору ездить, не надо больше в телефоне, в Google карты, но реально прикольно выходит. Угу. У тебя дверь открыта, не дотянул, да? Да, я не закрыл. Да, закрылась. Ну, сейчас надо показать эту фигню, вид. Ребят, смотрите, как машина показывается. Это объемный вид. Здесь она напичкана полностью всем, что хочешь. Так вроде же самое. Спутника, да, вроде со спутника. Вперед, да, так едет? Да, так интересно. Блин, проекцию, если бы я вам показал. А ну да, я попробую. Ребят, я не знаю, видно ли вам проекцию. А, видно. Да, 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 да. Ну, на камере не так. Оно сильно. Да, да, да. Но как. Да, да, да. Но под каким-то углом не видно. В общем, чтобы вы понимали, здесь вот проекция постоянно вот в этом месте, как 3D графика. Здесь постоянно видно скорость. Видно, да? Да, чуть-чуть видно. Под углом, под тем не видно с твоей стороны, вот если сидеть? Да. Когда включаешь кнопку, здесь несколько кнопок спорт, комфорт и что там еще? Ну что-то еще. Спорт плюс, да, по-моему. Да. Что-то такое. В общем, она сразу меняется. Блин, ну... Поделись впечатлениями. Виталя, ну... Намного круче, чем на X5. Да? Намного. В чем разница? Блин, херовая дорога. Я не могу здесь разогнаться, ребят. Потому что здесь будет сейчас все... Машина будет ходором просто ходить. Ну, разница, я не знаю. Ну, она очень какая-то отзывчивая, быстрая такая. Вот едешь прям... 4 турбины. Да, ну круто себя чувствуешь в ней. В ней особенно классная кнопка, вот эта вот зеленая. Когда нажимаешь, я вам сейчас покажу. Я сейчас отключу и включу. То есть, видите, предупреждение торможения при опасности столкновения. Если есть машина рядом. Потом,
Предупреждение о пешеходе днем. Если человек идет, вы не успели нажать на тормоза, отвлеклись, либо ну, там, по телефону разговариваете, машина сама останавливается, видит пешехода. Дальше, сигнализация схода с полосы. Если вы где-то с полосы уходите вправо-лево, у вас начинает дребезжать руль. Оно вас предупреждает. Сигнализация при смене полосы, да. Оно так интересно вообще. Я уже пробовал вот эту смену полосы. Начинает рулю так. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Если поворотник включаешь, то все нормально. И перестраиваешься. В общем, ребят, ну, ощущение классное. Вот есть лепестки, не знаю. Не гонял, не пробовал на лепестках. Но сейчас попробуем. Чего же мы ждем? А не просто, да, ими работает? Да, знаю. Да, только же не сейчас не пробую. Ну, то, по-моему, ставишь в режим мануальный, да, сюда, и она, наверное, вот так. Не-не, вот можно и так, может, уже пробую, она будет работать. Ну, что я вам скажу, бля, ну, да, мечта такая, конечно, сбылась. Я всегда мечтал такую машину. Не знаю, сделал ли я правильный выбор, что я купил именно X6, ну, скорее всего, правильный. И покупал с помощью Виталика, то, что все в Америке заказывал он. Ну и вы, видимо, приблизительно наблюдали, как это все делается. Так что, 12 ночи мы 12 кнопку нажали. Ночи, да, блин, а была покупка давай, машины. Давай, берем. Да, 12 часов ночи, да. Ровно 12:00. И потом сколько мы ее ждали? 2,5 месяца? Значит, покупали мы 13 октября. Пришла она в порт в Одессу 27 декабря. Потом мы ее забрали. А, стоп, мы ее в Смелу забрали 27 или 29. Когда мы в Смелу торбанили? 31 декабря, она на Новый год прям пришла. Помню? А, прям на Новый год днем. Под елочку. Да, ребята, она прям под елку, прям на Новый год машина уже была в Украине. Да, да, здесь, да. Прям у нас, в нашем городе. Да, сюда заход был, по-моему, даже 26-го, не 27-го. Потом мы ее забрали, и она 30-го или 31-го была у нас тут, да? Да, она просто очень долго стояла, да. стояла, ребята. И потом война шарахнула, она обратно стояла. И вот только мы успели сделать с Виталией, получить номера. Да. И сегодня полностью уже все сделали. Ну, машина классная, рулится классно. Сейчас я попробую спорт поставить. Сейчас, вот. Сейчас смотри на панельку. Сейчас. Ну, блин, заряд куда? А нет, тут. Сейчас, вот. Ух ты, ё-моё, и панель как меняется, ты посмотри. Покажи на панельках. Сейчас покажу, ребят. Чтобы вы понимали, сразу спортивная панель. Ух ты, ё-моё. Давай я подержу. Разбиться можно. Да-да. Не, я переключаю, вот здесь есть кнопки комфорт. Да, все, и она нормально. Вот, сразу спорт, спорт плюс еще. Я даже не представляю, что это такое. Ребят, музыка здесь самая премиум, короче, стоит. Это Карбон, да, по-моему, да. А, не, Харман, да, Харман Карбон. Это самая премиум акустика в BMW. Чтобы вы понимали, эта машина насколько, напыжована, напичкана всеми вещами, которые здесь только может быть. Полностью, это полный M-пакет. Она запакована всем. Она очень дорого стоит, эта машина. Да, вот M-очка. Да, M-очка. А, да. Держу, здесь тоже. Полный М-пакет. Ну, классная. Ночью я вам покажу. Она вся светится, как спортивный корабль. Разными цветами. Полностью. Разными. Будет темно, я вам покажу, как она. Да, классно. Блин. Не рулится. А тебя домой, да? Да. Сейчас да. А когда мы похаваем с тобой? Я думал, как-то отметить надо. Давай как-то с тобой, не? Как-то. Или сейчас? Да, давай, может, вечером. Да? Ну давай тогда. Чуть-чуть попозже. Да, давай. Окей. Тебе работа много. Я сейчас тогда видео вот это вот сделаю, чтобы ребята все увидели, да? Да, и поедем потом. И мы, короче, поедем с тобой отпразднуем. Чуть-чуть посидим, поедим, блин. Жаль, что сегодня нету Леры. Хотелось бы как-то обрадоваться вместе с ними, но видите, как ситуация поменялась. Хочется очень сильно, конечно, чтобы Лерка села. Лерка в первое впечатление увидела машину. Она еще не видела, ни Наташа, никто еще не видел этот автомобиль. Ребят, я для вас самый первый, просто не выдержал сегодня. И решил все-таки показать эту машину. Ну, не выдержал, не знаю.
хотелось. Это не хвастовство, но я как видеоблогер, я обязан был вам показать тот автомобиль, который вы так долго ждали, как и я. Все вместе ждали, все спрашивали: Евгений, где же ваша машина, где же ваша машина, ребят? Ну вот, машина уже здесь, и вы видите, я сейчас еду в ней. Все, черный потолочек. Идеально новая машина, даже перчатки боксерские Андрей из Гавайи мне, которые подарил. Машина, конечно, очень крутая. Не знаю, как вам, блин, это какая-то сказка, я до сих пор сплю, не знаю, да, как вам показать. Еще надо полностью все здесь помыть, чтобы она была чистенькая, красивенькая. Не знаю, как вам еще показать. Ну так, машина, конечно, очень аккуратная. Я очень доволен, до сих пор не могу поверить в то, что у меня такой автомобиль. Это, наверное, предел всех моих мечтаний, ребят, вообще предел. Я никогда в жизни не мог подумать, что я могу позволить себе такую машину. Но это заслуга не только моя, это общая наша победа, это Лерина, Наташина и моя, так как мы все вместе были на то время, да, все вместе снимали для вас видео. Я хотел, конечно, бы с Леркой, блин, я хотел бы, конечно, с Лерой поездить на этом автомобиле. Хотел бы, чтобы она села за руль X6, тем более красный салон, он такой унисексовый. Ну ничего, я надеюсь, может, мы как-то наладим отношения. И Лерчик, я думаю, что ты захочешь поездить на этой машине, потому что эта машина наша. Это не только моя машина, запомни, как бы. Мы очень долго шли к этому все вместе, как одна команда, втроем. Так что говорить, что это именно там чисто мой автомобиль, я бы не посмел бы, так как мы все вместе мечтали купить эту машину, и вы принимали в этом участие. И это наша общая победа, как бы, и Наташи, и Леры. Что я могу сказать? Спасибо всем тем, кто поставил лайк, всем тем, кто меня смотрит. Я надеюсь, вы порадуетесь вместе со мной. Поддержите меня. Это свершилось. Мы с Виталиком сегодня обязательно это отметим. Спасибо всем большое, ребят. Еще на вопрос, почему у меня нет номера папа, так как военное положение, именные номера запрещены, так как у нас война сейчас. Кончится война, и потом можно будет поставить на номера папа. Так что я, к сожалению, сейчас буду на обычных номерах ездить. Блин, ну что ты делаешь? И вот так вот с такими водителями. Ребят, у нас очень сильно много машин появилось уже. Город — это сплошная парковка, чтобы вы понимали. Вообще полностью сплошная парковка. Здесь все поприезжали. Беженцы, Харьков, Киев. Короче, городов пипец. Мариуполь. У нас город полностью оккупированный. Полностью беженцами. Ну, слава богу, что люди едут к нам. Здесь немножко тише. Так что, я надеюсь, мы приютим, поможем людям, которые бегут с тех точек, где просто, блин, убийство. Еще по вопросу, где Ника. Ребят, Ника дома. Она у себя в городе, она с родителями сейчас. Так что я сейчас один живу.